Сидеть. Нет. Сидеть. Хорошо, молодец. Иди ко мне. Черно-белый спаниель Арчи – самый молодой пес среди служебных собак Ульяновского управления Росгвардии. Сейчас ему меньше года. Несмотря на юный возраст, щенок уже знает базовые команды, умеет подавать лапу и прошел первоначальную подготовку по поиску взрывчатых веществ. За четвероногим бойцом закреплен кинолог-наставник. Именно на его плечах лежит ответственность за обучение собаки. Спаниель очень игривая порода, а потому за грамотно выполненные упражнения Арчи поощряют не лакомством, а игрушкой. Вырастить и обучить – тяжелый труд. В работе с собаками много нюансов. Постигнуть каждый из них Вероника Топчая мечтает с детства. Девочка – воспитанница гвардейской смены. В будущем планирует стать профессиональным кинологом. Свои первые шаги в эту сторону она сделала вместе с Арчи. Сидеть. Да, мне это интересно. Я всегда мечтала быть кинологом. И тут выпала такая возможность. И вот я здесь. Первое задание из общего курса дрессировки – команда рядом. Собака должна встать именно у левой ноги наставника. Когда урок усвоен, хозяин может повысить сложность. Общий курс дрессировки включает общий прием послушания, сидеть, лежать, стоять. Хождение рядом с хозяином, полоса препятствий. Вот некоторые элементы полосы препятствий представлены здесь у нас. После общего курса специальный. Здесь в дело вступают имитаторы взрывчатых веществ. Пес должен по запаху найти опасность и дать знать о ней хозяину. Также хвостатые и стражи порядка должны уметь распознавать наркотические вещества. Последний. Ай, хорошо. Да, молодец, хорошо, молодец. В управлении Росгвардии по Ульяновской области 5 минно-розыскных собак. Рэй уже опытный коллега по службе, не раз выходил на задание. Бельгийская овчарка отвечала за безопасность в местах массового скопления людей и на городских праздниках. От ее острого нюха не укрыть подозрительный предмет. Молодому Арчи еще только предстоит пройти этот путь. Как только пес закончит обучение, его ждет аттестация. И уже потом 8-9 лет усердной службы. В среднем именно столько работы четвероногий боец перед выходом на пенсию. Александра Никитина, Юрий Конихин. Управда ТВ.